Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, продолжаем проходить игру Черепашки-ниндзя 2 Battle Nexus. Сегодня у нас турнир номер 2. И в чем прикол, ребят, сейчас вам все расскажу, для начала поменяю персонажа и, в общем, что произошло. Да, у меня уже есть все костюмы. Как вы знаете, кто не видел предыдущие ролики на канале, посмотрите, там я сообщил, что у меня полетел жесткий диск. И на самом деле я уже заснял все 4 турнира и, к сожалению, успел выложить только первый. Остальные 3 я тоже уже прошел, но, к сожалению, все стерлось, да, видео нету, и придется все переснимать. К сожалению, ничего я уже сделать не могу с призами, которые мне уже дали, но я потом просто привожу скриншоты, что мне должно было выпасть с этих турниров, поэтому поехали. Турнир монстры, первый турнир, не забудьте подписаться на канал, кто здесь первый раз, поставить лайк на этот ролик, нажать на колокольчик, добавить меня в друзья ВКонтакте и вступить в группу ВКонтакте, также сделать репост этого ролика, за репост вы получите то, что вон там вверху слева написано, вы то получите за репост. Репостите и получаете, ой, и пишите мне в личку ВКонтакте плюсик, чтобы я знал, что вы репостнули. Ладно, поехали, монстры, приз Доппельгангер, но там был еще приз Кристалл вроде. Если не ошибаюсь. Да, вроде бы кристалл. Поехали, монстры. Самый такой легкий турнир. Ну, не самый легкий, да. Самый легкий — это начать драку. Это такой себе. Так, подождите, у меня клавиатура что-то слишком далеко. Надо вот так вот подвинуть клавиатурку и играть. В общем, у меня есть все комбо. Вы не представляете, как я был рад тому, что у меня все комбо. Но, к сожалению, этого вы уже никогда не увидите, этого эффекта, этих эмоций от всех кристаллов, которые я получил. То, что у меня есть все комбо. К сожалению, не все смогут это услышать. По крайней мере, только я это услышал, и все. И у меня есть теперь вот такой вот лид-атак. Атак, боже, что я сказал? Лид-атак. Да. Атака. Вот такая вот офигительная. Сейчас попробую ее сделать. Я ее так-то еще не научился делать. Во. Только что сделал. Но она, честно говоря, делается не очень-то и просто. По крайней мере, для меня. Потому что я не знаю, какие клавиши надо для нее нажимать. Вот так вот. Так. Попытаемся сейчас, наверное, по-быстрому пройти. Турнир я буду проходить по одному. О, лиды так опять сделал. Я молодец. Что-то получается, ребята, у меня. Так, ненавижу, когда они так плюются. Все турниры я прошел с первой попытки на первую запись, но, к сожалению... О, нифига, у меня что получается? Походу, да, ребята, я походу понял, как делать этот лиды так. Сейчас попробуем. Да, я, походу, научился. Там в конце просто надо зажимать 2 одновременно кнопочки. Сейчас, подождите, сейчас попробую сам сделать. Блин, как-то странно, честно говоря. Я не всегда успеваю нажимать кнопки нужные. Пока я, короче, научусь его делать, я не знаю, я, наверное, уже пройду все турниры. Потому что у меня как-то через раз получается. Ладно, попробуем. Так, 30 сюрикенов и полное хп. Это то, что мне надо. Так, тут, в принципе, можем драться вот так вот. Смотрите, как я огоньком их зарядил. Это было здорово. Не, вот круто, конечно, со всеми кристаллами проходить с самого первого уровня. Вот это вот реально здорово, потому что вы можете... Во-первых, у вас атака офигительная. Во-вторых, у вас защита офигительная. Вы можете делать вот такую вот атаку. Ой, атаку, защиту. Блин, ай. Меня ударяют. У Майки, кстати, прикольная штука эта. Но я думаю, что не смогу сделать. Сейчас попробуем за него сделать эту комбо. Блин, я не смог, к сожалению. Да, господи. Так, ну попробуем, попробуем. Я хочу, блин, попробовать. Надо отходить за километр, короче, и... Нифига не получилось, еще раз. Не получилось, сейчас. Сейчас, я просто шарики хочу, блин. Тихо. Извините, что я сейчас трачу ваше время, ребята, но... Я хочу попробовать. Да господи, что ж такое, почему за майки это так сложно? А ну почти. О, вот это дабл килл, отлично. Ну почти, ладно. Почему я не могу пульнуть шарики? Господи, я хочу шарики пульнуть. Ну почти. Так, тихо.
Ладно. Тогда пустим бумеранг. Так, господи. Лиды так даже не могу сделать. Что ж такое? Я не могу даже лиды так сделать. Я не знаю почему, но у меня почему-то эта комбо... Ребята, давайте, кто там знает, как эта комбо делается, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы я понял, как именно делать это комбо по кнопкам. Потому что я как бы нажимаю рандомно и пытаюсь... Не, ну я понимаю как бы примерно, что надо нажимать. И нажимаю это, но у меня не всегда получается лиды так делать. Поэтому... Это я от паутины освободился, что ли? Во, я сделал лида так. О, это уже другая. Так, это, ну вот это мне не очень нравится, кстати. Вот, лида так, это уже покруче. Ай-яй-яй, тихо. От паутины освободись. Так, ладно. Неважно, короче, какой комбо будет, лучше... победить мне. Ну, по крайней мере, у меня сейчас полные хп и полные сюрикены, поэтому какая разница. Так. Опять лиды так. Ну, при том, что оно было направлено хрен знает куда. Это очень плохо. Да, господи. Опять лиды так, которые пропустил. Отлично, спасибо. Блин, почему я кидаю этот гребаный бумеранг? Когда они все пропадают? Он тупо никакого урона им вообще не наносит. Офигенно. Я просто бью и выпускаю его тогда, когда он мне не нужен. Сейчас даже лиды так не было. Ну ладно. Зато я побеждаю, знаете? Вот, то есть не обязательно мне бить лиды так. Лучше... Главное победить, короче. Так, хп мне тоже не надо. Нафиг мне эти хп. Смотрите, там чуть-чуть нету. Так, я, пожалуй... Опа, наконец-то лида так сработал. Так, тихо. Надо как-то бочком, чтобы задеть всех лида так. Блин, не смог. Ура, лида так. Смотрите, в цветочек попал. Видели, как это здорово было? И вот я хочу так постоянно делать. Но у меня не получится так постоянно делать. Ого, вы видели? Я с паутины освободился. Я не знал, что так возможно. Он, короче, на меня паутину хотел надеть, а я такой катаной типа разрезал. Прикольно. О, я походу чуть-чуть вроде бы понял, как это делается. Сейчас попробуем. О, кстати, смотрите, сколько мне хп сняли. Нифига себе. Но я пиццу все равно беру. Тут, кстати, намного лучше дается хп, чем в первой части. В первой игре Черепашки-ниндзя. Ну, я имею в виду в самих турнирах, то есть. Там, ну, здесь турниры 4, а там вообще был один турнир. Но факт в том, что там жесть, как сложно было добыть еду. Там меньше времени было, насколько я помню. И там... кстати, ящиков вроде бы там было больше. Или нет? Не, мне кажется, тут даже ящиков тоже больше. И поле там было вообще маленькое, это жесть, ребята. Там такое маленькое поле было, что вообще уйти никуда нельзя. Здесь хотя бы водичка, все круто. Вот здесь вот здорово. Но в первой части они придумали сами эту арену. Это очень даже круто, когда эксклюзивно, как будто. Это очень даже круто. А вот это вот они взяли с Battle Nexus, это не очень круто. Поэтому вот так. Даже не знаю. Но все равно здесь мне турниры нравятся больше. Потому что здесь хотя бы не просто боссы, а какое-то разнообразие. О, лида так, я сделал его. О, пицца, сразу же пицца, видите? А там постоянно выпадает либо суши, которые восстанавливают очень мало, либо еще что-то. Очень мало, которые восстанавливают. О, лида так, смотрите. Когда оно не так уж надо, то оно везде появляется, так? И Донателло, давай. Бей палочкой, отлично. Можем, кстати, за Доника поиграть. Тихо. Вот это здорово. Кстати, вот у Донателло этот прием очень круто сделан. Смотрите, вот это вот здорово. Когда мы поле ставим, это очень круто выглядит. О, он уже... Все, он уже прибился, да? Может быть, за Доника поиграем? А то у него этот прием очень прикольно сделан. Блин! Я делаю не то, что надо. Так.
А, ну да, но здесь за счет Леонардо мы же ящики хорошо берем. Я забыл об этом. То, что здесь же у Леонардо подкат, который колется. Вот это здорово было, но, к сожалению, что-то мое поле пробивное. Да блин, так нечестно. В меня просто могут плюнуть, и от моего поля вообще нет смысла никакого. Блин, я... Вот поле что-то не очень-то и крутое. Как я думал. Так, тихо. Ай. Да господи. Да господи, хватит меня плевать бесконечно. Так, тихо. Фух-фух-фух. Кстати, ребят, касцены, если что, там будут очень громкими. Я не знаю, что за дела, но почему-то касцены все громкие очень. Поэтому я буду во время касцен молчать. Ладно. Опять пицца. Вот первая пицца, господи. Чтоб такое было в первой части в турнире, это же ужас. Там, блин, редко очень выпадают какие-нибудь пиццы. Серьезно? Посмотри, сколько ему снял. Посмотри, сколько ему снял. Во-первых, это потому, что у меня костюм Battle Nexus. А, да, как я получил костюм Battle Nexus, об этом вы узнаете в следующей серии. Смотрите. О! Вы видели, как я убил только что эту бабочку? Летающую мышку. Эй, блин. Блин, вот просто... Кстати, смотрите, что я могу. Блин, не успел. Короче, его можно бить огнем. Пока. Чё-то, ребята, изи, вам не кажется? Как-то я его очень быстро прибил. Ладно, поздравляю, выиграли в турнире. Монстр открыть не был. Мне бы сейчас дали красный кристалл, друзья. Думаю, скриншот этого предоставлять не надо. Но мне бы дали красный кристалл за этот турнир. За этот турнир. И у меня была бы увеличенная атака. Но, к сожалению, я этот кристалл уже взял на запись. Но запись стерта, поэтому вот так вот. Пострадало около 15 видео. Это суперсемейка, Out of the Shadows, Черепашки-ниндзя, Черепашки-ниндзя Battle Nexus и еще что-то. Пострадало. Записей нету. А, еще Панда Кунг-фу, полное прохождение, оно тоже пострадало, все удалилось. Вот так вот. А пока, друзья, на этом все. Второй следующий турнир у нас будет... что это будет? Это будет драка ногами. Похоже, самый сложный... Палю, палю. Хотя, в чем прикол? Вот, можете смотреть, кто тут будет. Ставьте лайк, и намного быстрее выйдет вторая часть. На этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И вступить в группу ВКонтакте, добавить мне в друзья ВКонтакте. Все ссылки есть в описании под роликом. Всем удачи, всем пока-пока. Репост еще делайте, пожалуйста.